20:33. Осталось всего считанные часы до первого дня лета. Прекрасная погода, но немного холодно. И сердцем снова вдох. Как же это здорово! У прекрасного времени лето. Оно такое прекрасное. Такое жаркое, живое и насыщенное. Мне так приятно вдыхать этот свежий, влажный и прохладный воздух, если бы вы знали. Нет, лето! Июня. 2 часа дня. Пасмурная погода. Спасибо, первый день лета. Нет, ну реально, морской воздух такой лютый. Если честно, с одной стороны, это прекрасно, но вот... О, как я проснулась, это далеко не прекрасно. Что? Кок. Скажи что-нибудь моим подписчикам. Я на тебя им нажалуюсь. Нико. Скажи им что-нибудь. Это что, курочка? Ясно. Так каждый день. А он опять закрыл жалюзи. Вот что это такое? Не выкидывай бутылку. Ой. Нормально. Меня сейчас заберут. Пью чаек. 1 июня говно. Очень пасмурно и влажно. Но зато птички поют. И, кстати, да, сейчас, ну, вот сегодня я узнала, что у меня пришла посылочка. Ребята, 1 июня, как вы видели, у меня не удался, потому что день ужасный, пасмурно. Только вот пришла ко мне посылочка с Алиэкспресса. Ну, наверное, сегодня я ее не открою, потому что Руслана мне негде ее открывать. Ну, возможно, он просто сейчас спит, и я смогу ее открыть на кухне. Ну, я просто ее еще с почты не забрала. Скорее всего, я не пойду забирать ее с почты. Вот так, такие дела. Жизнь говно, 1 июня дерьмо. Не пойду. Ну вот посмотрите, как в такую погоду можно реально вселиться. Ну никак просто. Прошлое 1 июня было получше, чем это. Я даже ничего не буду снимать, потому что мы даже никуда, наверное, не пойдем и не пошли. Мне ничего не мешает делать красивые фото, потому что моя Стефани красиво одета. Еее. 7-го. Погода становится все пасмурнее и пасмурнее. Плюс еще скоро мой племянник проснется. Завтра ждите распаковочку посылки. И да, небольшой спойлер. Там не стоячка. Как мне кажется, это прекрасно. Еще такой прекрасный ракурс. Блин, фото сейчас сделаю. Ракурс превосходный. Кто согласен, ставьте лайк. Это так красиво на самом деле, вот такие фотки делать. В общем, как обычно, кое-кто мается обычную фигню. Ничего нового, в принципе, в этом нет. О, накаркала. А вот и мой племянник проснулся. Сидевр. Ладно, ребят, пойду я в военкомат воевать. В армии. Всем пока, наверное. Ты смотрел видео с его участием, да, Руслан? Чё, мама, сразу уходишь, да? Угу. В общем, ты снимай, как мы ехали за посылкой, тут ничего необычного, просто обыкновенные виды и пейзажи. Я просто вставлю это в видео, чтобы вы просто посмотрели, ради прикола. Дорогие друзья, сегодня я буду открывать посылочку с Алиэкспресс. То, что приехала к Ангелине я, это самое лучшее мгновение ее в этом дне, то есть 1 июня.
В общем-то, как-то так прошел мой последний 1 июня. В нем не было ничего необычного, больше, конечно, негативных моментов. Он прошел очень, я считаю, плохо. Остальные части дня я вам не стала снимать. Думаю, этого вам будет вполне достаточно. Надеюсь, первый день лета у вас прошел лучше, чем у меня. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачного лета. Всем пока!